Живе Беларусь, слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко. И вот появилась в сети интернет статья, которая делает опрос у медиков, которые уехали вынужденно с Беларуси по той или иной причине до событий революции 2020 года и после. И вот был вопрос такой: как вы оцениваете отношение режима Лукашенко к врачам в Беларуси? И 99% человек ответили, что это отношение к врачам такое, как будто как скоту. И фактически я поддерживаю ответ этих людей. Считаю, что отношение к медикам у Беларуси не просто ужасно, а очень ужасно. Такое впечатление, что это какие-то дворники или еще какие-то грузчики на заводе, там, не принижая дворников, не принижая грузчиков, но просто это же специалисты, которые, к которым все обращаются. И я поддерживаю этих людей, которые сказали, что отношение к отстату. И скажу, что больше того, что есть хозяева, которые к отстату лучше относятся, чем Лукашенко к своим обычным людям, к своим согражданам. Вы представьте, на границе сидят, разбили палаточный городок, граждане другой страны, им все позволено фактически, для них ломается граница, конституция белорусская, которая говорит, что граница нерушима, а люди, которые вышли с листочком бумаги против режима Лукашенко, с плакатиком каким-то, подвергались избиению дубинками, гранатами светло-шумовыми и другими предметами. Мало того, что их просто избивали, так их еще волокли в автозаки, затрывали и фактически многих насиловали в этих автозаках физически и морально. Так что не стоит удивляться, что этот режим относится негативно к медикам. Он относится ко всем гражданам Беларуси негативно.